Добрый день, уважаемые телезрители. На наше обращение телеканалу «Трофей», чтобы познакомить с нашими достопримечательностями природы, откликнулись наши члены научно-технического совета, доктор биологических наук, профессор, член научно-технического совета, профессор Волох, член научно-технического совета, доктор биологических наук, профессор Лысенко. А мы находимся сейчас на территории Азово-Сивасского национального парка, Бирючинского участка. В настоящее время, в 21 веке, найти настоящий заповедник, я имею в виду заповедник, который бы полностью соответствовал своему названию, очень трудно. Дело в том, что заповедник создается на территориях, на которых, будем так говорить, нога человека практически не ступала. А вот что касается национальных парков, то здесь много преимуществ. Я вообще сторонник национальных парков больше, чем заповедников. Почему? Ну, во-первых, начнем с того, что национальные парки создаются на территориях, в том числе и созданных усилиями человека. То есть посадки, например, какие-то сделанные и прочее, прочее. Но самое существенное, наверное, даже не это. Можно использовать некоторые природные ресурсы возобновимые, которые есть на территории национального парка. То есть можно использовать ресурсы животных, ресурсы некоторых растений, конечно, на хорошей научной основе. И вот в этом плане выступает вторая очень важная экономическая сторона. Национальные парки, в отличие от других объектов природно-заповедного фонда, могут не только зарабатывать деньги, не сидеть на шее государства, качая деньги из бюджета, а наоборот, даже его пополнять, выполняя свои основные функции, очень важные, очень существенные, очень хорошо просматриваемые. И вот мой коллега может даже подтвердить, что начиная буквально с Южной Африки и до Северной Европы включительно, национальные парки – это не только источники создания тех или иных экологических уголков, очень красивых, хороших, удобных и прочее, прочее, но еще это и территории, на которых зарабатываются большие деньги, которые улучшают и экологическую ситуацию и пополняют бюджет государства. Территория, на которой мы находимся, была когда-то заповедна охотничьим хозяйством. В Советском Союзе их было несколько десятков. В них охотились наши секретари обкомов, генсеки и прочее, прочее, прочее. А после развала Союза возник вопрос, во что реорганизовать эту территорию. Академия наук Украины единогласно вышла на единственное решение – превратить это в заповедник. А вот небольшая группа ученых, и я в том числе, решили совсем по-иному, что нужно создать национальный природный парк. И вот нужно отдать должное тогдашнему заместителю министра экологии, который поддержал эту идею, предложил нам написать пояснительную записку на имя президента Кравчука. И в итоге, в конце октября 1993 года, был создан первый в Украине национальный природный парк Азово-Сивашский. Вот такая короткая история этого интереснейшего места. В 2000 году произошло переподчинение этого национального природного парка. Он до этого был в ведении Государственного комитета лесного хозяйства, которое, естественно, было, мягко говоря, маломощным в экономическом плане и не очень много могло материально помочь национальному парку. А вот после 2000 года, когда он стал в управлении делами в ДУСе нашей знаменитой, ситуация резко изменилась в лучшую сторону. Во-первых, материально-техническая база стала намного мощнее. Дальше тут целый ряд было мероприятий проведено, которые улучшили вообще систему охраны. Прекратилась незаконная охота, и она практически сейчас не существует на этой территории. То есть оказалось очень много полезных дел. И вот то, что мы сейчас видим, громадное количество животных и прочее, это в значительной мере результат того, что произошло на протяжении вот этих 13,5 лет.
история как природоохранного объекта у нас очень велика. Начиная с 1927 года, постановлением Совнаркома, наш объект был введен в природоохранную территорию и входил в Приморский заповедник, куда входит большая часть тех заповедников, в процессе которого в дальнейших реорганизациях было изменение. В послевоенные годы нас выделили уже как в отдельный природоохранный объект. Это было хорошее время, когда проходила основная часть акклиматизации диких животных, начиная с 1956 года. В это время были хорошие вложения, созданы лесонасаждения, как ремизы. Была акклиматизация основных видов копытных животных, та, в основном, которая осталась и в настоящее время. Часть из них, конечно, не прижились те виды, как сайгак, но некоторые остались у нас надолго и очень в настоящее время прогрессируют. В целях регулирования численности диких животных, основную часть которой составляют у нас копытные, ежегодно по результатам учета их, мы получаем лимиты от Минприроды Украины, на основании которых получаем разрешение на регулирование. Основным методом регулирования численности диких животных у нас является отлов. В настоящее время мы находимся возле живоловушки, которую, в принципе, сами конструировали, и которая в тяжелый период времени эффективно проводит отлов диких животных. Этими ловушками мы отлавливаем оленей и ланей. Хорошо работают наши сооружения, особенно в тяжелое время года, когда животные имеют дефицит в кормах. Нам такой отлов создает и то преимущество, что в этот период у нас в основном отлавливаются ослабевшие животные или животные, те, которые не могут прокормиться в дикой природе. По результатам отлова мы заключаем договора с различными пользователями охот животных. Это зоопарки, зооуголки, охотничье хозяйство, и реализуем по установленной цене, что есть большим подспорьем пополнения финансов в наш национальный парк и, естественно, расселение в другие территории нашей Украины. Охотничий фазан – это такая форма фазана, выведена скрещиванием нескольких видов. Очень распространена в Европе, вот на полуострове Бирючем, где мы находимся. Здесь ведь охота запрещена, и огромное количество этих птиц выращивается и потом продается другим организациям. Эти дикие птицы очень устойчивы к влиянию различных факторов, очень хорошо выживает. Вот, ну, имеет большую ценность, красивый. В этом году очень такой удачная была погода. Численность птиц этих огромна. И для того, чтобы зимы здесь бывают суровые, для того, чтобы уменьшить риск гибели, то этих птиц плотность уменьшает и выселяется с этой территории. Вот ловушка, которую используют здесь для отлова ланей и для отлова
оленей. Вот усвоено очень примитивным способом такой вот груз. Значит, здесь закрывается дверца. И здесь есть такая лесочка с крючочком, которая удерживает эту дверь. Животное заходит сюда, питаясь различными здесь кормами, которые насыпают, видите, зерно. Вот. И таким образом, значит, вот эту ниточку, до которой никак не дотянусь, значит, сбивает, и дверца за животным закрывается. Животное оказывается пойманным. Затем здесь работает Николай Филиппович Схор, который родился на острове, который является мастером по отлову диких здесь животных. Животные для того, чтобы уменьшить уровень стресса, значит, подвергаются специальному химическому влиянию, вводят несколько, скажем, там полкубика в зависимости от веса или чуть-чуть больше антидепрессантов какой-нибудь, и потом эти животные накапливаются в специальном таком олене, в оленятнике. Для лани существует большая такая вольер, а потом приезжает хозяева различных охотничьих хозяйств и покупает этих животных и переселяет в другие части. Здесь на берючем лане 200 сейчас по последней учету численности. Это превышает в десятки раз допустимую плотность. Поэтому отлов животных, переселение является важным таким биотехническим мероприятием, которое, с одной стороны, способствует снижению уровня смертности из-за трофической конкуренции в этом месте, а с другой стороны, способствует для того, чтобы создать очаги обитания этого животного в других местах нашей страны. И раньше продавали в другие страны, в Россию, Молдову и так дальше. В Приазовье большую известность приобрел бирючанский мед, потому что на полуострове Бирючем сохранилось очень много степной целинной растительности, и пчелы являются опылителем, и, естественно, из цветов этих различных растений, которых в многих местах Украины просто уже нет, они получают очень хороший мед. Вот по цене, я, скажем, не любитель меда, но по цене в нашем регионе мед из Бирючего является самым дорогим и самым желанным. И законодательно люди, которые здесь обитают, это небольшое количество, около по-моему, 40 жителей, все, имеют право заниматься разведением пчел. Ну, естественно, поскольку это национальный парк, то пчелы играют еще важную экологическую роль, как опылители. Поэтому здесь преследуется содержание пчел. Две цели – это получение, естественно, продукции для населения, и, с другой стороны, это эффективное опыление той растительности, которая уцелела на приморских косах. У меня за спиной гнездо орлана белохвоста. Это птица, которая относится к особо редким видам нашей страны, внесена в Красную книгу Украины, и до недавнего времени была просто вымирающим видом. И с годами, в связи с тем, что этих птиц стали, скажем, очень редко стрелять охотники. Раньше была такая и политика очень, еще в советские времена, когда хищных птиц, скажем, регулировали численность, снижали численность, подозревая в них больших, скажем, вредителей животного мира, в частности, охотничьих хозяйств. И надо сказать, что численность этих прекрасных птиц с каждым годом у нас растет. Но кроме, да, то, что стали гнездиться птицы на Бирючем, это является, конечно, большим успехом работников, которые здесь работают, которые создали большую плотность диких копытных. Естественно, что при высокой плотности животных наблюдается и определенная гибель. И эти животные, как раз вот эти птицы, питаются погибшими животными, отбросами моря,
Тут гнездится одна пара. В этом году был один птенец, в прошлом году один птенец, а 3 года назад было в гнезде 2 птенца. Мы будем еще ездить, и, может быть, мы увидим у взрослых хвосты обычно белые, а у молодой птицы этого года хвост такого буро-серого цвета. Но надо сказать, кроме всего прочего, из-за высокой плотности диких животных на дрючем сюда прилетает на зимовку большое количество других различных хищников, хищные птицы, я имею в виду. В первую очередь, это редчайший вид, он регистрируется очень редко. Это бывает степной орел, который на гнездовании в Украине уже нет. Здесь бывает беркут, ну и другие виды. Но то, что мы видим за моей спиной, это, поверьте, это является необычайно редким делом, особенно на Азовском побережье. Это, собственно, единственное место в наших местах, и здесь люди относятся с пониманием к тому, что мы имеем таких вот прекрасных птиц. На Бирючем очень где-то давно, в 30-е годы, в 28-м году были завезены несколько оленей. Это были очень сложные гибриды, выведенные в Аскане Нова абсолютно случайно. Фольксваген завозил разные породы оленей в то время. Это допускалось, и никто не знал, что они гибридизируются между собой. И вот благодаря скрещиванию сибирского морала, Cervus rufus sibiricus такой был, и скрещиванием крымского благородного оленя, был получен, потом с добавкой крови вапити уже в советское время, хангула такой, был получен сложный гибрид, который ученые, в первую очередь асканийские ученые, назвали асканийским моралом. Вот он имеет такие, скажем, признаки, которые характерны для, именно для этого оленя. Этот олень здесь пережил сложную историю, много было подпусков, численность возрастала, падала, вот все. Сейчас мы имеем здесь более 1000, около 1000 в разные годы, потому что колебания существуют оленей, и это самая крупная популяция этой вообще группы, которая тянет, скажем так, на подвид, потому что мы проводили и с российскими коллегами, и с, скажем, коллегами из других частей Украины, проводили специальные генетические исследования, и оказалось, что асканийский морал представляет собой своеобразную такую форму, которая, ну, претендует на особые отношения, особое существование. Так вот, самыми ценными вообще в мире, в Европе, для охотников, для любителей природы является форма рогов, размер рогов оленя. Вот я держу такой вот, скажем, правильно сформированный рог асканийского морала, который включает надглазничный, ледовый, средний или подкоронный отросток и такую корону типичного европейского оленя. Каждый год олени сбрасывают рога. Это самая наиболее растущая ткань вообще в мире, которая только существует. Поэтому биологи всего мира уделяют пристальное внимание, скажем, изучению, почему это происходит. Панты оленей, которые здесь обитают, они обладают высочайшим качеством, причем Фольксваген в свое время проводил такие опыты, и более того, была пантореска в Аскане Нова, эти рога вывозились на бийскую ярмарку на границу с Монголией и Китаем и реализовали. С учетом такой большой дороги это имело очень большую выгоду. Вот в норме рог оленя должен быть вот таким. Значит, рога оленя ценятся за размер, за количество отростков. Вот это типично. Но бывает, скажем, здесь, может быть, на надглазничном какой-то отросток. Одним из признаков высокого качества – это бисерность рогов. Вот такая мелкая такая, или жемчужность рогов, она оценивается и, скажем, когда эксперты по трофеям проводят оценку рогов, они обязательно там проводят всякие добавки. We'll be right back.
когда несколько раз привозил своих голландских коллег сюда, то наш приезд всегда предварял слова. Ну, вы хотите увидеть Восточную Африку в центре Европы? У них это такое, знаете, вызывало, ну, несколько снисходительно сомнительную улыбку. Но когда они попадали на Бирючий, они буквально вот так вот хлопали в ладоши: Валерий, это ж удивительное место, как вы могли его создать? И вы понимаете, вот в некоторых таких случаях я вот испытывал даже определенную гордость, что, кажется, мы, украинцы, можем создать такую уникальную вещь, которой нигде в Европе нет. Территория национальных парков всех, она разграничена на специальные зоны, которые отличаются, скажем, по степени влияния человека, по степени, по возможности пребывания, по ведению различных видов там, хозяйственной деятельности. Это одна зона. Другая зона – это зона рекреационная, там, где люди могут приехать, отдыхать, и проводятся различные мероприятия, связанные с изучением, с посещением. Создаются экологические тропы для того, чтобы… То есть парк не для того, чтобы заповедать все, а для того, чтобы население принимало участие и играет очень важную воспитательную роль. Естественно, есть зона абсолютно заповедная, где запрещены все виды деятельности, буквально все, включая там сенокошение. Потому что, надо сказать, для содержания такого количества громадных животных, как вы видели, пребывая на острове Бирючем, необходимо позаботиться о тяжелой зимней поре. Здесь зима длится, как это ни странно, на юге дольше, чем в ближайших районах Приазовья, потому что сюда восточными ветрами сгоняет весь лед Азовского моря, и здесь на 10-20 дней задерживается вообще вегетация. Еще я хотел бы добавить к словам Анатолия Михайловича. В настоящее время ситуация не только в Украине, это всей Европе. Такова, что без помощи человека животные, любые животные, они практически не смогут выжить даже в настоящее время. Вот такая сложная ситуация. Поэтому вмешательство человека – это необходимый, обязательный элемент. И кричать о том, что надо все превратить в заповедник – это глупо. Это говорят только те люди, которые имеют очень малый уровень образования. У нас 86% территории – это агроцинозы. Среди агроцинозов маленькие укрепления, это маленькие парки, то есть обмен животными невозможен. Не случайно возникли программы государственные по созданию экологической сети, чтобы сделать коридоры, связать парки, заповедники между собой, чтобы мы могли мигрировать или, скажем, переселяться, и животные, и растения, чтобы вот этот, всю эту сеть, чтобы она, ну, хоть какие-то остатки естественной природы для сохранения биоразнообразия, потому что Украина подписала очень много таких конвенций, и в этом, вот в этом плане национальный парк играет, ну, одну из ведущих таких ролей, поэтому это вот то, что мы имеем такие места, они еще требуют от нас определенных обязательств. Вот, которые мы как люди, как граждане нашей страны выполняем, стараемся выполнять. Товарищи телезрители, ну вот мы как могли рассказали о национальном парке. Кстати, приглашаем сюда Евгений Васильевич, как директор, скажите, что сейчас в это время место можно приезжать. Здесь сдаются прекрасные номера. Летом здесь отдыхают люди. Вы увидите, как среди ваших домов ходят лани, ходят олени. Да, в специальной зоне вы будете поражены, что такое место есть на Украине. Я думаю, что сейчас вот наши коллеги из телевидения, они покажут прекрасные уголки нашего национального парка. И я думаю, вы еще раз удивитесь, какие прекрасные места есть на территории нашей прекрасной не менее страны.